Здравствуйте, господин Крутихин. Спасибо еще раз за то, что согласились со мной провести этот блиц-разговор. Новость сегодня из Болгарии состоит в том, что болгарское правительство подписало договор с арабским концерном, связан с выполнением, с продължением турецкого потока через територию Болгарии. И мой первый въпрос, я помню несколько месяцев назад вы были в Болгарии на форуме относно будущего, касающий будущее газова индустрия во всем мире. С того времени, летом, это было летом, в этом году летом, как вы думаете, что-то поменялось в Болгарии относно обстоятельствах, которые мы тогда обсуждали? Ну, мне кажется, поменялось, поскольку подписан контракт. Это первое. И второе, что в Болгарии поменялось, я думаю, может быть, все-таки уже начнется строительство интерконнектора из Греции. Да. Потому что там тоже есть некоторая подвижка. Так что что-то, конечно, поменялось. Но остаются вопросы, которые мне просто не ясны. В этом интервью скорее я должен задавать вопросы болгарской стороне, а не наоборот. Да. Вопрос остается хорошо. Болгарская сторона собирается получить прибыль в виде платы за транзит. Да. Я видел заявление. Но с кого будет эта плата за транзит? Кому будет принадлежать этот газ? Если вы вспомните заявление президента Путина, он говорит, что теперь мы предлагаем Европе покупать газ на границе Евросоюза. Но это значит где-то между Турцией и Болгарией на границе. Да. Уже есть покупатели или нет? Я пока покупателей таких не вижу. Кто будет покупать этот газ? Ну, это первое. Второе, если этот газ будет полностью принадлежать «Газпрому» без какой-то покупки, то это нарушение, ну, норм Евросоюза. Мы знаем, что для газопроводов, которые будут проходить через несколько стран-членов Евросоюза, необходима эта единая система, необходимо 50% одному. А все остальное может, должно распределяться между другими третьими сторонами. Да. Вот кто будет поставлять по этой трубе газ в виде третьей стороны? Может быть, это будет газ из Азербайджана для Болгарии, может быть, еще что-то, но пока это остается неясно. Да, вы немножко обогнали мой следующий вопрос. Поменялось ли что-то по отношению к тому, какой газ будет идти через эту трубу? Русский, только российский или, возможно, еще другой какой-то? Ну, пока «Газпром» рассчитывает, что это будет чисто российский газ. 100%. Но договоренности с тем, чтобы Еврокомиссия разрешила так прокачивать российский газ, такой договоренности нет. Пока нет. И по европейским правилам ее быть не может. По последней газовой директиве, тем более, которая подчеркнула антимонопольную практику. То есть «Газпрому» придется или на границе продавать кому-то этот газ, или использовать только 50% мощности этого газопровода. Второй вопрос. Да. Самый главный. Кто будет оператором этой трассы? Тут непонятно, потому что если это будет «Газпром», скажем, оператор, то это тоже нельзя делать. Владелец газа не может быть оператором как бы независимым. Пока я не вижу, чтобы в Болгарии назначили оператора этого окончательно построенного уже газопровода. То есть все вроде бы хорошо, и контракт подписан, но остается договариваться «Газпрому» с Европейской комиссией или Европейской комиссией с Болгарией. Пока такой договоренности я не вижу. Понимаю. А какие количества Турция договорила на сегодняшний день? Или мой вопрос состоится в том, будет ли достаточно газа входить в Турцию, чтобы часть этого газа продолжала в Болгарию, через Болгарию, в Сербию и потом далее в Евросоюз, как наш министр говорит?
Мы видим две трубы, проложенные из России через Черное море до Турции. Одна труба, она предназначается для турецких потребителей. Хотя с ними договоренности тоже пока нет. До конца года там, может быть, пойдет туда газ, но нужно договариваться с частными компаниями. А частные компании в Турции, они очень сильно сокращают покупки российского газа. Мы видели резкое сокращение добычи. Так что там тоже нет договоренности. А вторая труба, она целиком полностью принадлежит, ну, планам входа в Евросоюз. В общем, «Газпром» рассчитывает больше 13 миллиардов кубометров вывести на границу и дальше отправлять уже через несколько стран. То есть сначала войти в Евросоюз в Болгарии, затем выйти из него в Сербии, затем снова после Сербии войти в Евросоюз в Венгрии, а затем уже пересечь австрийскую границу и прийти в Австрию. Понимаю. Один, может быть, очень экспертный вопрос. По информации в болгарских СМИ, маршрут трубопровода составляет около 480 километров. Да. Есть ли, существует ли техническая возможност построить эту инфраструктуру в рамках несколько месяцев до 1 января 2020 года, какое было первое заявление болгарского министра? То, что я знаю, а я не эксперт, по этому трасе, по целому продолжению должно быть по крайней мере три станции, которые дополнительно газ будут нагнетать, чтобы все было беспроблемно. Глазами эксперта, как вам кажется, сроки, дистанция, возможность подготовить специалистов, которые бы работали на этих станциях и так далее? Ну, мы видим уже, что по контракту построить полностью этот газопровод на территории Болгарии, ну, подрядчик обязался за 600 с лишним дней. 600 дней. Да, 600 с лишним дней. То есть это, ну, не 2 года, но это 1 год и очень много, почти 2 года. Почти 2 года. То есть это реальный срок для такой трубы вместе с компрессорными станциями, вместе со всем. Я не вижу там какой-то спешки. В течение нескольких месяцев это нельзя сделать. Понимаю. То есть, может быть, я допускаю, что министр сделал ошибку, сообщая 1 января 2020 года как срок. Может быть, она имела в виду 2021 года. Идем далее. Я все еще остаюсь с впечатлением, что приоритетным для болгарских властей остается не интерконнектор с Грецией или подключение болгарской сети к маршруту ТАНАП-ТАП. Вы это рекомендовали несколько месяцев назад в нашем первом разговоре, а именно российские энергетические проекты. Как вы это себе объясняете? Я думаю, что это не совсем правильная позиция. Исходя из общей стратегии Евросоюза, главным остается диверсификация источников поставки, что обеспечивает энергетическую безопасность стран-членов Евросоюза, и в частности, конечно, Болгарии. То есть в интересах диверсификации уже были приняты какие-то шаги. Подписан контракт с Азербайджаном, подписаны были контракты на поставку газа из Греции, сжиженного природного газа, который болгарские компании могут купить через греческий терминал. Мы видим, что и в Турции расширяются возможности терминалов по приему сжиженного природного газа. Так что у Болгарии есть очень много возможностей, если будут интерконнекторы с Турцией и с Грецией, покупать газ совершенно свободно с тех терминалов. И затем платить за его прокачку, за транзит, то есть куплен он на терминале, а дальше он пойдет спокойно в виде, ну, плата за транзит, он войдет на территорию Болгарии. Так что и с Россией, и с Азербайджаном, и с Грецией, и с Турцией вполне возможны отдельные соглашения, которые позволят разнообразить источники и обеспечить энергетическую безопасность страны. Понимаю. И последний вопрос немножко далее. Из Болгарии немножко далее на восток мы поедем сейчас с вами. Нападение беспилотников на Саудовский нефтепреработвательный завод. Сообщение в СМИ такое, что это нападение было совершено Ираном. Можем ли мы рассматривать конфликт как начало или как индикация о возможной прокси войны?
потому что Иран имеет тесные связи, отношения близкие с Москвой, а саудиты, я думаю, что традиционно являются партнерами США, американцев. Как вы себе объясняете этот конфликт, этот инцидент, скажем так? Ну, во-первых, сегодня была пресс-конференция большая в Саудовской Аравии. Они показали обломки этих устройств. Это были, ну, скорее всего, не дроны какие-то из Йемена. Это очень похоже было на крылатые ракеты. Да. Доказательств того, что это иранские крылатые ракеты, пока убедительных не представил никто. То есть, ну, мы не видели убедительных доказательств. То, что это сделал Иран, тут есть сомнения. Угу. Потому что Ирану это совершенно невыгодно по нескольким причинам. Ударять по, ну, нагнетать напряженность в заливе, чтобы повысить нефтяные цены, Ирану неинтересно. У него сейчас практически нет никакого экспорта. Ему все равно, высокая цена или низкая. Да, из-за санкций, думаю. Из-за санкций. Там есть эмбарго на иранские поставки. Второе. У Ирана наметились какие-то интересные дипломатические игры, поскольку американская администрация пытается наладить какие-то контакты. Разрушать эти контакты, ну, не в интересах сейчас Ирана. Абсолютно не в интересах. Я могу предположить, что в иранском руководстве есть разные крылья политически направленные. Одни за мирное решение и за, возможно, нормализацию отношений. Пусть даже в ограниченном плане с американцами. Путем достижения каких-то соглашений по ядерной программе, восстановлению старого соглашения. А второе, есть радикальное крыло ястребов, которые могли вот сорвать эту сделку путем вот такой вооруженной провокации. Это вот одна возможность, кто это мог сделать. Затем мы смотрим, кому это выгодно. Соединенным Штатам это не выгодно совсем. Потому что американцы хотят низкие цены на энергоносители. Да. Повышать их вот таким способом, это совсем не в их интересах. Затем попытки сблизиться с Ираном или наладить какую-то игру дипломатическую, тут опять разрушаются. Американцы не могли этого сделать. В выгоде у нас остаются саудовцы, потому что, во-первых, они разрушают попытки американцев наладить связь с Ираном, обвиняя Иран во всем. Во-вторых, они, в принципе, уже довольно легко наладили снова экспорт своей нефти. Получается, что не так серьезные были потери. Да, я думаю, что они сообщили, что у них есть запасы на 90 дней. Они сообщили 37 дней. 37, да, окей. Но пока идут эти, пока экспорт какой-то идет, и никто не пострадал. Нет ни раненых, нет ни убитых никого. И затем саудовцы добились того, что немножко подросла цена нефти, без всяких усилий со стороны ОПЕК. А им это очень важно и для бюджета, и для того, чтобы провести IPO компании Saudi Aramco. То есть саудовцы, они здесь получают какую-то выгоду. Ну и, конечно, получает выгоду Россия, которая, если будет больше цена на нефть, то будет больше поступления в российский бюджет. То есть мы видим еще одну выигравшую сторону. А больше-то, в общем-то, ну, кто еще может виноватый быть в этом? То есть ваше мнение такое, что выиграли Россия и саудовцы, а проиграли американцы и иранцы от этого инцидента. Да, прежде всего, конечно. Понимаю. Могла быть провокация со стороны иранских экстремистов. Возможно. Окей. Спасибо еще раз за этот блиц-разговор с вами. Я очень благодарен за то, что вы согласились. В Болгарии это новость. Я постараюсь еще сегодня вечером наш разговор в интернет опубликовать. Будьте здоров и спокойной вечери вам. И, как всегда я говорю, вы держитесь там. Спасибо. Спасибо, Михаил. Спасибо. Держитесь и вы.